Всем привет! Сегодня в обзоре продажи Renault Megane 4, фактически 2018 год. Только пригнан, растаможен, очень красивый серый цвет. Пробег автомобиля 125 тысяч. Вот такой вот красавец. Цена автомобиля 13 200. Вот раньше показывал Megane 4, 116 тысяч пробега, цена 13 400. Вот такой вот сегодня у нас автомобиль, растаможен, сертифицирован, на новой резине, тормозные диски в норме. Вот. Открылась. Тот, который показывал раньше в видео. Фотографии его есть в группе внизу в Вайбере, в описании будут. Цена, фотографии. Вот бесключевой доступ. Отошел, закрылось просто в кармане. Итак, автомобиль 17-й год. Все стекла родные. Бесключевой доступ. 125 тысяч. Есть коврики, бесключевой доступ, вот. Есть документ с аукциона, пробег 125 181 километр, сейчас 125 253. Датчик света дождя, датчик движения по полосам. Вот. Включим датчик движения. Настройка смены полосы. Очень много разных. Вот. Запуск кнопкой. Круиз-контроль. Только с мойки выехал. Двузонный климат-контроль. Датчик давления в шинах. Инициализируется давление. Так. 5,7 средний расход. Сейчас откроем, покажем. Кстати, покажу документы. Автомобиль очень чистый, 19.12.2017 года. Автомобиль растаможен, сертифицирован. Вот сертификат. Выписываем договор купли-продажи в удобное для вас время. Так. Комплект ковриков. Так, тут у нас компрессор, клей. Можно делать двойное дно. Одной рукой неудобно. Складывается сиденье. Ложатся. Открывается лючок. Уже был 19-й год. В лючке идет от Blue. Вот здесь. Тут еще до этого не дошли. Слава богу. ВИН-код. Очень мягко работает. Двигатель К9К. 110 лошадей. Автомобиль находится в Виннице. Ледовские фары. Передняя, задняя парковка. Комплектация Zen. 85 тысяч. Последнее ТО было.
такой вот автомобиль. Находится в Виннице. Интересно, звоните, пишите. Надеюсь, все показал. Что тут еще можно было показать? Вот белый красавец также. Всем пока. Удачных вам покупок!